Анапа – город молодых. На курорте проживает около 35 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, почти 8 тысяч – студенты. Самые достойные представители молодежи ежегодно удостаиваются благодарности главы города-курорта Анапа за достижения в области образования, науки, культуры и спорта, общественной деятельности. За последние годы лауреатами стали более 500 юношей и девушек. Это люди, создающие молодежную политику не только в городе-курорте и городе воинской славы, но и во всем Краснодарском крае. Лучшим представителем нашей молодежи заместитель главы Людмила Гузенко вручила благодарности. Анапа – это еще и город молодежи, потому что молодежи у нас действительно много, и мы рады, что молодежь у нас талантливая, креативная, очень активная и просто брызжет различными идеями. Всех собравшихся на церемонию еще раз поздравили с праздником молодежи веселой песней и пожелали побольше творчества в работе, креативных идей, полезных знаний. По традиции, в завершении мероприятия все награжденные сфотографировались вместе. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа регион.